Однажды турки решили захватить Крым с моря, а чтобы переждать бурю, зашли в бухту крепости Синоп. Русские моряки штиля ждать не стали, да прямо в этой бухте и разгромили турецкую эскадру. Так началась Крымская война. Здравия желаю, ребятушки. Вот и снова мы повстречались. Вы знаете, в военной истории России встречаются такие повороты, что просто вот дух захватывает. Вот скажем, как Крымская земля может быть связана с храмом Рождества Христова, что в Вифлееме на Святой Земле? Некоторые скажут, да не, ну, такого быть не может. А я вам скажу, может. Но давайте обо всем по порядку. В середине 19 века международная обстановка была напряженная. Самые сильные европейские страны то враждовали друг с другом, то заключали выгодные для себя союзы и воевали вместе против слабого противника. Турция тогда была центром огромной Османской империи. Она владела большей частью Черноморского побережья, но была ослаблена постоянными войнами. Однажды турецкий султан поссорился с одним из своих вассалов и попросил помощи у русского царя. Так Россия стала покровительницей Турции. Теперь только русским кораблям разрешалось входить в Черноморские проливы в военное время. Но Францию и Великобританию это не устраивало. Они втайне вели переговоры с турками, мол, не пора ли русских прижать. Они вон в Европе помогают православным, вообще слишком много земель захватили. Да, ребятушки, тогда в международных делах и впрямь чехарда происходила. Мы действительно помогли грекам сбросить османское, ну, считай, турецкое иго. Наш царь сказал, мы православных-то в обиду не дадим, поэтому берем под свое покровительство сербов, болгар и румын. Вот тут-то французы и давай турок подзуживать. Давай, турецкий султан, ты воюй с Россией-то, воюй, да, а мы тебе поможем. Храм Рождества Христова в Вифлееме – одна из самых главных христианских святынь. В то время Палестина принадлежала Османской империи, а эта церковь – православным. Россия имела все основания покровительствовать православию на Святой Земле. А французский император по сговору с турецким султаном добился, чтобы ключи от храма передали католикам. Это было неслыханно. Нет, всякое бывало в истории, но чтобы у православных отняли их святыни? Нет, это уж слишком. Ну и тут началось. Пролив Дарданеллы вошла англо-французская эскадра. Но ведь по международному договору это дозволялось только российским кораблям. Раз так, император Николай I приказал ввести русские войска в Молдавию и Валахию. Это все были земли Румынии. Не начиная действий, а лишь для вразумления султана и держав европейских в том, что за святое право и обязанность царей русских защищать православие и святую церковь, мы не усомнимся при крайности обнажить меч. Мы-то никаких действий начинать не собирались. Но 15 октября турки внезапно напали на небольшой пограничный пост Святого Николая на Дунае. Перебили наших, но человек 20 все-таки спаслись и знамя полковое уберегли. Узнав об этом, главнокомандующий русскими войсками Меньшиков приказал Черноморскому флоту брать турецкие суда и, не дожидаясь их выстрелов, атаковать. И тогда 16 октября 1853 года турецкий султан при поддержке Англии и Франции объявил России войну.
Ту войну в истории назвали Крымской. А Черное море, ребятушки, стало главным полем битвы. Первым морской бой выдержал русский пароходофрегат «Владимир» под командованием генерал-лейтенанта Бутакова. Пароходофрегат – военный корабль, имевший в качестве двигателя паруса и паровую машину. Утром 5 ноября «Владимир» шел к месту встречи с эскадрой вице-адмирала Нахимова. Вдруг в стороне показался дымок парохода, который удалялся в сторону Севастополя. Им оказался турецко-египетский 10-пушечный пароход «Перваз Бахри», в переводе «Морской вьюн». Бутаков выстрелил, предлагая туркам сдаться без боя. Корабль противника ответил бортовым залпом 18-фунтовых орудий. Так начался первый в истории морской бой паровых кораблей. Очень скоро выяснилось, что на турецком корабле орудия расположены только по бортам корабля. А с носа и с кормы «Перваз Бахри» вести огонь не мог. И тогда наш Владимир выбрал очень верную позицию. Он пристроился турецкому вьюну в хвост, а потом уже открыл огонь из носовых орудий. Команда «Перваз Бахри» сражалась смело и упорно. Как бы оправдывая свое название «Вьюн», пароход все время маневрировал, пытаясь ввести в бой свою бортовую артиллерию. Тогда капитан Бутаков сблизился с противником на дистанцию 100 метров и открыл картечный огонь из бортовых орудий. Неприятель сразу стал нести большие потери. После трехчасового боя «Перваз Бахри» спустил флаг. Так победой русских закончился первый в истории бой паровых кораблей. В первые месяцы Крымской войны на суше боевых действий почти не было. Турецкая армия была по численности почти в два раза больше, но выступать боялась. Да, все ждали английского да французского подкрепления. А вот во флоте сильнее были мы. Сильнее, да, и наше командование все до последнего надеялось, что одумается турецкий султан. Но этого не произошло даже после синопа. В середине ноября 1853 года Черноморская эскадра под командованием вице-адмирала Павла Степановича Нахимова вышла к берегам Турции. Эскадра турецких кораблей укрылась от шторма в бухте крепости Синоп под защитой своих береговых батарей. Нахимов сразу же дал команду двигаться на неприятеля. Не побоялся вице-адмирал, что вражеских кораблей вдвое больше и пушки их будут с берега поддерживать. Нет, не побоялся. В случае встречи с неприятелем, превышающим нас в силах, я атакую его, будучи совершенно уверен, что каждый из нас сделает свое дело. Нахимов решил запереть турок в бухте, чтобы не дать им выйти в открытое море. И, не дожидаясь, когда к ним прибудет подкрепление, атаковать из всех орудий. В русской эскадре было 6 линейных кораблей и 2 фрегата, 720 артиллерийских орудий, в том числе 76 бомбических. Так называли пушки, которые стреляли разрывными снарядами. В пасмурную ночь 18 ноября 1853 года матросы приготовились к бою. Помолились, надели чистые рубахи, как полагается, и стали ждать команды с адмиральского корабля. Последовал сигнал приготовиться к бою. Линкоры выстроились в две колонны и двинулись вперед. Турки открыли огонь из всех орудий. Нахимов
решил первым вывести из строя флагманский корабль противника «Ауни-Аллах». Наш капитанский корабль, императрица Мария, громил ядрами турецкий фрегат. На матросов посыпался чугунный дождь. Наконец, турецкий флагман загорелся и накренился на борт. Следом за ним загорелся другой фрегат противника. На императрице Марии зазвучала барабанная дробь. «Ура!» – закричали матросы и начали обстреливать береговые батареи. Команда другого русского корабля, великий князь Константин, тоже преследовала вражеские корабли у самого турецкого берега. Отличился в том бою и наш корабль «Париж» под командованием капитана первого ранга Истомина. Его пушки так точно били по туркам, что наш адмирал Нахимов приказал поднять сигнал. В пылу боя говорит: «Поднять сигнал! Благодарю, храбрый корабль!» Да, ну, моряки в то время друг другу флажками сигнализировали. Вот, но поднять-то было не на чем. А потому что вся снасть адмиральского корабля была перебита. «Все равно благодарю, храбрецов!» — закричал адмирал, стараясь перекричать пушки. Матросы всех наших кораблей действовали бесстрашно. Вражеские фрегаты горели и взлетали на воздух. Русские в Синопском бою не потеряли ни одного корабля. У турок целым остался только пароход «Таиф». Ему удалось бежать благодаря паровому двигателю. Вот так, ребятушки. С защиты Вифлеемского храма началась жестокая Крымская война. И ведь с Синопом-то она не закончилась, нет. Но об этом в следующий раз, ребятушки. Потому что пришла пора прощаться, мои хорошие. Кланяюсь вашим родителям. И храни вас, братцы, Господь, от всех невзгод и напастей.